Пашийская пещера – одна из самых посещаемых пещер края. Пещера эта уникальна тем, что в ней находится подземный водопад. Вода с высоты 12 метров падает в большой колодец, образуя на дне озеро. Увы, там где люди, там и мусор. Каждый, кто спускался в колодец, видел старые ржавые лестницы, остатки каната, бревна. Все это мы решили поднять на поверхность. Самый низкий уровень воды в озере в конце зимы, начале весны. И вот время пришло. Для этого за полторы недели до мероприятия мы совершили разведочный выезд, в ходе которого были сделаны дополнительные точки, а также еще раз оценены масштабы работ. Уровень воды при этом в озере был минимальный. К нашему удивлению, когда мы приехали в пещеру во второй раз, вода поднялась на 1.5 метра, и все лестницы, а также часть бревен были под водой. В результате работать приходилось порой на ощупь по пояс в воде. Все, он там по пояс искупался. Тянем? Так, подожди. Не то. Дай немножко.
Тяни, тяни. Стой. Стой. Сломалась. Сломала? Ослабь. Ослабь веревку. Разбей. Она может сломаться. Тихонечко поднимайте. Давай, давай, поднимай тихонечко. Мы подняли на поверхность два десятка бревен, две старые лестницы и канат. Работы по подъему заняли 6 часов. В акции участвовало 4 человека. Большая им благодарность за проделанный труд.